В огонь и в воду. На базе Талдыкурганского агротехнического колледжа прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Свои спортивные навыки и физическую подготовку приехали испытать около 100 учащихся из 12 учебных учреждений области. Кто стал победителем и сможет отстаивать честь Алматинской области на республиканских состязаниях, узнавала наша съемочная группа. Пожарно-спасательный спорт – один из самых зрелищных и увлекательных. В соревнованиях принимают участие не только сильные мужчины, но и прекрасная половина человечества. Они направлены на всестороннее развитие и повышение интереса молодежи к прикладным видам спорта. По мнению организаторов, подобные тематические состязания позволяют участникам воспитывать в себе такие качества, как ловкость, выносливость и командный дух. Это и есть главные принципы работы пожарных и спасателей. Соревнования очень нравятся. Хорошее. Я в этом соревновании пожарном, именно в пожарном, в первый раз. До этого все военные были. В целом, Талдыкурган нравится. Другим участникам могу пожелать удачи. Надеемся, что выиграем. В нашей школе очень нравится, что происходят такие соревнования для школьников, что можно поучаствовать, попробовать все разных видов. И надеемся на победу. И также всем соперникам и участникам желаем удачи, чтобы побольше терпения, выносливости и удачи. Лучшие юные спасатели из разных районов области соревновались в умении подниматься по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, участвовали в пожарной эстафете, а также проявили себя в боевом развертывании и оказании медицинской помощи. В соревновании приняли участие ученики в возрасте от 14 до 17 лет из 12 учебных учреждений региона. Стоит отметить, что среди них две команды из кадетских школ Илийского и Коксурского районов. На данный момент в области имеется 4 кадетских класса юных спасателей. Но работа на этом не останавливается. Все идет развитие данного направления. В общем, в области имеется 56 кадетских классов по направлению юных спасателей, юных полицейских, юных пограничников. Данные соревнования проводятся в рамках объявленного года молодежи. Также проводится с целью выявления лучшей команды для направления на республиканский след юных спасателей, который будет проходить в Академии гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан имени Малика Габдуллина в период с 27 июня по 1 июля. По результатам соревнований победу одержала команда из Искельдинского района. Но честь Алматинской области на республиканских соревнованиях в городе, как считал, будет представлять не она, а специальная сборная команда, в которую войдут самые сильные участники из разных районов края Жетісу. Светлана Кондратенко, Ержан Дюйсен, телеканал Жетісу.